Картина еще не готова, и пока ее целиком никто не видел, но проверяют ее уже досконально. Наталья Поклонская направила генпрокурору России Юрию Чайке просьбу проверить фильм Алексея Учителя Матильды. И дело не в том, что речь не идет о Николае II, чей портрет у нынешнего зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на столе в рабочем кабинете. Наталья Поклонская объяснила, что к ней с такой просьбой обратились общественники. Ну а до того, как Поклонская подключилась к этой теме, в МВД заявляли, что начали проверку фильма. По статье «Оскорбление чувств верующих» дело в том, что Николай II канонизирован, а в фильме рассказывается о его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской, причем порочных. Вот у будущего наследника престола в молодости была связь. Он как-то связан с Кшесинской. Этот безумец Воронцов убил человека и сбежал. Алексей Учитель к ситуации относится спокойно, говорит, не о чем спорить, фильм-то еще не вышел, но обязательно найдет своего зрителя. Если маразматики пишут, ну пускай Поклонская проверяет. Во-первых, нас уже проверяли, прокуратура отписала этим же организациям, всем, что все в порядке. Фильма никто не видел, и деятели, которые писали, и Поклонская. Если МВД и прокуратура нарушения не найдут, в общем-то, неплохой пиар получается у нового шедевра блокбастера.